так называемая пешеходная зона вдоль озера через речку Вахтелка. Вот такой вот лед. То есть пешеходная дорожка есть, но по ней только на коньках можно ездить. Куда смотрит администрация, не знаю, пока люди не начнут ломать ноги и звонить по телефону. Администрация города, наверное, ничего делать не будет. 11 марта 2024 год. Как нельзя пройти по пешеходному переходу через реку Вахтелка вдоль озера, так нельзя пройти и на шелковый комбинат к центру. Такая вот дорога вдоль улицы Марии Росковой, вдоль берега реки. Это кошмар.